На праздник, который проходил в сквере имени Пушкина в Щелкове, съехались работники учреждений культуры из всех поселений. Они привезли сюда новогодние елки, украшенные игрушками, конфетами, рисунками и всевозможными поделками местных мастеров народных промыслов. Каждому поселению присущи свои особенности. Они представляют елочку по-своему, творчески, весело, красиво. Мы видим, как жители вместе с нашими руководителями радуются. И, конечно же, очень приятно, веселое, хорошее настроение. На фестивале работало жюри, которое оценивало результаты конкурса на лучшую елку. И победителями в нем стали все, потому что убранство зеленых красавиц, привезенных из всех поселений, точно соответствовало номинациям. Елочка изысканная, елочка с мягкими игрушками, венецианская. Мы представляем Фряновский дом культуры. В этом году нам выпала участь нарядить елочку в мягком стиле. Мы с коллегами посовещались и решили, что елочка у нас будет украшена символом года – поросятками. Вот. Мы все собрались, и мастерицы, кто умеет шить, кто умеет вязать, делали поросят. Вот вы можете увидеть поросенка из ткани, поросенка из шерсти, Санта-Клаус сделал все своими руками. У нас на елочке вы не увидите ни одной покупной игрушки. В Щелкове такой фестиваль колючих красавиц проводился впервые в этом году. И несмотря на морозную погоду, жителей было много. Очень красиво, такие елки нарядные, девочки такие красивые, песни очень хорошо поют. Да и вообще какое-то определенное движение по городу в последнее время происходит. И набережную построили, и парковую реконструировали улицу. Так что, по-моему, по городу большие работы в последнее время. В любимом месте отдыха щелковцев на недавно реконструированной площадке возле памятника великому поэту в этот день и пели, и плясали, и развлекали жителей не только великолепно украшенными зелеными колючими красавицами, но и такими же яркими новогодними нарядами. Праздник удался. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».